ребята, еду в трамвае в Краснодаре. Новые вагоны, смотрите, какие. С новостями, с телевизором. Поручни есть, держаться. Удобные места, в связи с тем, что такие большие пробки в Краснодаре на трамваях, вы знаете, очень даже прикольно ездить. Все цветет. Много свободных мест. Я вот уже сколько езжу, вы знаете, ну, самые часы пик. Вот сейчас 5 часов вечера. По идее, трамвай должен был быть сбитый. Но есть места. В то время как уже в самом центре везде пробки стоят. А трамвайные маршруты очень удобные. Где мама? Сидений много. Вот такие поручни сделали. Остановка. Станкостроительный завод имени Седина. Вот. Следующая остановка. Нефтезавод. Всякие новости, советы показывают здесь. Рассказывают про Кубань, информационные такие моменты. Написано, что есть Wi-Fi и есть кондиционер. Вот видите. Вот. Ну, сейчас открыли просто окна, прохладный ветерок, такой свежий воздух. Еще заметила, что много людей читают. Зашла в вагон, и несколько девушек очень симпатично сидели, читали книжки. И еще прикольно то, что есть кондуктор, и у кондуктора есть, в принципе, машинка, которую можно карточкой оплатить. Я попервые как бы не знала, но мне даже в ум не приходило, что можно оплатить карточкой в трамвае. Я металась как белка, пыталась найти наличные, чтобы у меня было с тобой 100 рублей каких-нибудь или там на поездку. А стоимость 35 рублей, и любая карточка. Конечная. Вот на следующий я выхожу. Я еду в сити-центр купить себе духи. Кстати, на улице теплынь вообще. Единственное, что ветерок, я поэтому одела кофточку сегодня. А так очень тепло. Мне подружка подарила карточку, ну, это гифт-карт подарочный сертификат в косметический магазин. Я хочу себе пойти новые духи купить. Вот. Ну или посмотреть подарки детям, мужу, будущему мужу, дочке. Они хотели что-то из российской символики, говорят, привези нам что-то там. Или чтобы Путин был изображен, или российский флаг. Ну, я не знаю, может, какие-то футболки. Не знаю, что еще. Может быть, кепку какую-нибудь с российским флагом. Я думала, это прикольно будет мужу работать на ранчо в такой кепке с российским флагом от солнца. Вот. Так что мои вот впечатления о поездке на трамвае очень позитивные. И стоит всего-навсего 35 рублей, ребята, это, грубо говоря, 35 центов. Это бесплатно. Все, конечно, пошла я в торговый центр. Не знаю, где он находится, буду искать. Может, еще с центра вам запишу. Всем пока!